Осінь – золота пора. Саме восени ми особливо відчуваємо романтичний настрій. Але з цією думкою не згодне наше волосся. Холодна температура, вітер та дощ негативно впливають на його стан. Для того, щоб наша коса комфортно себе відчувала, варто правильно підібрати догляд за волоссям та головний убір. Лабораторія краси відкриває новий сезон перевтілень. Ми підготували ще більше нових неймовірних образів для наших героїнь. Сьогодні стилісти допоможуть обрати вам відповідний догляд за волоссям та головний убір. Героїнями сьогоднішнього випуску стануть яскрава, впевнена у собі, стильна Владислава та витончена, мрійлива, ніжна Інна. На них сьогодні чекають поради експертів та капелюшковий шопінг. Отож, до роботи! Ирина Колесник, мастер-стилист. Осень и зима – это время риска для наших с вами волос. Поэтому хотелось бы дать вам несколько практичных советов по поводу того, как правильно поухаживать за волосами, как их правильно питать, увлажнять, для того, чтобы структура оставалась шелковистой, мягкой, блестящей. Сейчас наступает время головных уборов. И это время, когда наши волосы скрыты за всевозможными шапочками, косынками, капюшонами. То есть это то время, когда наши волосы будут непосредственно находиться под воздействием тех или иных тканей. Обратить внимание на то, чтобы ткани, из которых выполнены ваши головные уборы, нити, должны быть хотя бы наполовину натуральными, чтобы это не были стопроцентные акрилы. Акрил – это синтетическая ткань, которая будет способствовать тому, что ваши волосы будут сильно электризоваться. Вот для этих случаев хотелось бы порекомендовать вам уход, тот, который поможет при прочесывании, при мягкой укладке, и вместе с тем это антистатик. Это тот препарат, который вы распыляете на волосы, и ваши волосы не поднимаются, как антенны, после снятия головного убора. Пользоваться ним можно как на влажные, так и на сухие волосы. То есть каждый день, одевая шапочку, одевая капюшон, вы можете обработать волосы. И когда придете на учебу, когда придете на работу, снимаете головной убор, а ваши волосы остаются гладкими и незапутанными. Лабораторія краси запрошує рішучих та готових до змін жінок, які бажають навчитися підкреслювати власну красу. Якщо у вашій косметичці можна знайти лише блиск для губ та туш для вій дворічної давності, тоді ми чекаємо саме на вас. Візажист Альона Озірна навчить вас магії макіяжу. Глибокий погляд, спокусливі вуста, вилиті гострі як ніж. Все це чекає на вас у програмі «Лабораторія краси». Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Альона Озірна, візажист. Здравствуйте! Сегодня в рубрике «О бровях» мы расскажем, как правильно ухаживать за бровками, а именно, как сделать правильно коррекцию, накрасить их и как это все сделать правильно. Первое, с чего мы начнем, мы разметим форму бровок. Правильное начало – это крылышек носа, начало глаза. Это будет линия, где у нас начинается бровка. Второе – это через зрачок. Также начинаем через крылышек носа, внешнюю часть зрачка. Вот эта линия у нас пика брови. И конец брови – это через крылышек носа, конец глаза – это у нас заканчивается бровка. То есть мы уже определили форму, как мы выщипываем бровки правильно. Для того, чтобы максимально безболезненно эта процедура для вас прошла, мы берем участок кожи, где у нас определенный волосок, растягиваем его пальчиками, берем пинцет, берем волосину за корень и выдергиваем за линии роста волос. Ну вот, например. Для того, чтобы правильно подобрать цвет брови, необходимо учитывать цвет лица и цвет волос. У нас сегодня модель блондинка со светлыми волосами и светлой кожей.
Поэтому мы и подобрали средний коричневый цвет брови. Среди всех косметических средств по уходу за бровями на сегодняшний день я выбрала гель для бровей. Это очень удобное средство, называется гель или помадка для бровей, которая жидкая по своей текстуре, она укладывает волосы и придает им цвет. Для нашей сегодняшней модели я подобрала среднекоричневый цвет бровей, поскольку она блондинка. Отримавши поради експертів, дівчата вирушають за стильними та якісними капелюшками. До речі, якісний матеріал головного убору – це один з важливих критеріїв. Матеріал шапки головного убора має бути хоча б на 30% натуральним, краще на 50%. Тобто ткань або в'язка, або фетр изделия для головного убора – должны быть 50 на 50, 50 содержания хлопка, 50 содержания искусственных акриловых материалов. Головные уборы должны содержать не менее 30% натуральных нитей. Это спортивные шапочки, вязаные шапочки, фетровые шапочки, кепки. То есть ткань должна быть такой, при которой девушке или женщине должно быть очень комфортно и удобно. Плюс, конечно, такие ткани не должны оказывать негативное воздействие на волосы. Волосы не должны очень сильно электризоваться, волосы не должны быть стянутыми. Плюс, конечно, головной убор и ткани для головных уборов. Нити для головных уборов должны быть комфортными для волос. Они не должны создавать искусственную электризацию волос. Волосам должно быть комфортно, они должны быть не очень стянуты, свободно струиться, и тогда эта шапочка не будет вызывать у вас никаких негативных эмоций. Для осени головные уборы должны быть мягкими, из кашемира, из хлопковых нитей, потому что они не должны создавать парникового эффекта и не должна потеть кожа головы, потому что волосы будут грязными, неухоженными и жирными. Что нужно знать для правильной мойки головы? Мы должны понимать, что ударение мы делаем на то, чтобы тщательно промыть именно кожу головы, а не длину волос. Массирующими движениями небольшое количество шампуня мы наносим на кожу головы. Оговорка, что шампунь не должен быть сильно концентрированным. То есть это должен быть мягкий шампунь с правильным pH, который не будет вызывать раздражение, не будет вызывать шелушение, а мягко промоет и тщательно вашу кожу головы. Также сейчас индустрия красоты нам предлагает для нашего ухода после мытья большое количество продукции. Мы для себя должны выбрать, что нам подходит. Первое – это бальзамы для волос. Ними пользуется очень большое количество девушек и женщин. Ну и мужчин также, конечно. Бальзамы, конечно, нужно наносить на волосы. Не очень желательно носить это на кожу головы. Для того, чтобы волосы не жирнились, для того, чтобы волосы не грязнились. Но если вы уже нанесли на кожу головы, то очень тщательно выполоскать. Правильное мытье головы и уход за волосами позволит вам стать обладательницей красивых, шелковистых, блестящих волос. То що ж обрали наші дівчата?
Наша модель Влада очень экстравагантная, очень яркая, креативная, высокая, стройная молодая девушка. Для нее мы подбирали головные уборы стилистических направлений очень разных. Один из стилей у нас был фетровая шляпа с большими полями. На сегодняшний день это очень модный образ. Довгий час капелюх служив своєрідною візитівкою і демонстрував належність до певного стану. Так солом'яні моделі вважалися долею селян і міської бідноти. А ось багаті і знатні люди не відмовляли собі у розкішних, вигадливо прикрашених вовняних і шовкових головних уборах. Причому на перших порах жіночі моделі були куди як скромніші. Тон задавали чоловіки. Следующий образ у Влады – это была экстравагантная, молодая, современная девушка в жилете из песца и в песцовой шапке. У нее очень интересная укладка волос – это накрученные кудри, под которые меховая шапка подходит идеально. В этом образе Влада выглядела очень современно, очень креативно и зимой очень тепло. Хутро тепле, красиве, блискуче, приємне на дотик, елегантне, благородне і ефектно виглядає. А тому більшість жінок вважає кращим варіантом для холодного осінньо-зимового сезону саме хутряну шапку. Усім відоме прислів'я – все нове – це добре забути старе. І шапки не стали винятком. В моду знову повернулися хутряні шапки, які були популярні у минулому столітті. Шапки-кубанки, хутряні вушанки, а також різноманітні в'язані шапки з хутряним елементом. Следующий образ для Влады у нас была куртка с меховым овчинным воротничком и белая спортивная вязаная шапка с бубоном из песца. Очень гармонично, очень интересно, спортивно, очень молодежно. В'язані шапки в широкий або дрібний рубчик у цьому році будуть прикрашені великими вишитими написами та аплікаціями. Це не новинка в світі моди, проте написи ще ніколи не були настільки великими. Відрізняються модні шапки широким бортиком, на якому і розташовується напис. Примітно, що провідні дизайнери у 2018 році віддають перевагу не фразам, а окремим словам. Наша модель Инна для себя сегодня выбирала тоже несколько образов. Мы подыскали очень симпатичный фетровый французский берет с аппликацией. Это как нельзя лучше подошло для ее созданного образа мягкой, женственной молодой женщины с вьющимися локонами волос. Берети добре поєднуються з куртками, плащами, пальто, шубами з натурального хутра і різними аксесуарами. Щоб ваш головний убір контрастував з гардеробом, надягайте світлий берет під темне пальто, а темний – під світлий верхній одяг. А для створення більш барвистого вбрання додайте кілька яскравих аксесуарів, таких як рукавички та шарф. Следующий образ для Инны. Мы подобрали ей фетровую шляпу с небольшими полями мягкими, цвет фреза. Он
очень хорошо подчеркнул цвет ее глаз, цвет ее волос, цвет ее кожи. И очень гармонично вписался в тот созданный образ мягкой блондинки с роскошными вьющимися волосами. Останнім часом у моду увійшли фетрові капелюхи із середніми широкими полями. Для аматорів класики дизайнери пропонують чорні й шоколадні з невеликою кількістю прикрас – стрічками або стразами. Гламурним модницям по душі будуть крилаті вечірні головні убори – елегантні однотонні, сірі та чорні. Вторая проблема, которая существует осенью и зимой, когда мы носим головные уборы, это, конечно, всевозможные раздражения, шелушение кожи головы. Почему? Потому что не всем женщинам как бы комфортно находиться в головном уборе в течение там, хотя бы полдня. А иногда женщины носят капюшоны, шарфы, платки, может быть, даже в течение дня. Для того, чтобы кожа головы оставалась невоспаленной, чтобы не было шелушений. На сегодняшний день индустрия красоты подготовила очень большой спектр и выбор всевозможных препаратов. На сегодняшний день есть великолепная минеральная глиняная маска, которая помогает, во-первых, убрать лишний жир с кожи головы. Во-вторых, она помогает избавиться от шелушений, раздражений. Даже бывает вот неприятные ощущения на коже головы. Вот все эти ощущения убирает минеральная маска на глиняной основе. После того, как делается эта процедура, она очень легко смывается с волос, чтобы не пугало слово «глиняная маска». Волосы и кожа головы становятся очень мягкими, эластичными. Кожа головы начинает дышать. То есть все-все те чешуечки или какие-то сальные выделения, они все очень легко и очень мягко убираются. И также волосы более долго не жирнятся, даже при ношении головных уборов. Обратите на это внимание, что есть такие средства, которые помогут вам в период осенне-зимнего сезона кожу головы очистить, сальные железы заставить работать в правильном режиме, то есть не будут жирниться волосы. И плюс еще останется шелковистая и мягкая структура волос. И очень приятный аромат на волосах. Это тоже немаловажно. Проблема осени и зимы – это, конечно, сухие, ломкие концы волос. То есть это та проблема, конечно, которая круглогодична. Но зимой она обостряется из-за того, что у нас есть меховые воротники, у нас есть капюшоны, у нас есть головные уборы, шерстяные мохнатые волосистые шапочки, которые цепляют кончики волос, и волосы страдают еще больше. Для этого сейчас у женщин появилась возможность полного восстановления на уровне формулы волос, есть процедура ботокс для волос, которая позволяет полностью восстановить структуру. То есть все расщепленные, разорванные молекулы после проведения данной процедуры восстанавливаются. Волосы становятся влажными, более плотными, блестящими. И на целых 90 дней, практически на весь осенний период или на всю зиму, можно восстановить волосы и не бояться, что они будут разрушаться и что концы будут сечься и ломаться. Это очень эффективная инновационная процедура для волос. Хотелось бы, чтобы все эти советы помогли вам, милые женщины и девушки, восстановить структуру, создать блестящие, волнистые, вьющиеся структуры для того, чтобы вы получали удовольствие, носили головные уборы, и зима и осень не доставили вам никаких хлопот.
осенние тенденции нового сезона – это яркий макияж с двумя акцентами. Можно использовать акцент на глаза и на губы, на румяна на губы, на губы и на ногти. Цвета популярные в этом сезоне – коричневые, бордовые, золотистые и фиолетовые. Губы можно красить темными помадами, это очень популярно сейчас, темно-вишневые, темно-фиолетовые, например. Цвет кожи должен сиять, поэтому тональную основу мы берем легкой текстуры. Брови должны выглядеть натурально, естественно, но ухоженно. Будьте яркие и неповторимы. По форме лица лучше выбирать, исходя из того, что для образца мы всегда считаем овальный тип лица. То есть мы всегда прической, объемом волос и головным убором стремимся к овалу. Значит, круглое лицо мы должны удлинить. То есть девушкам и женщинам, обладательницам круглых лиц, очень рекомендованы шапочки с объемом, который будет удлинять немножечко лицо. То есть вы всегда обратите внимание на то, что это не плоский головной убор, это немножечко объемный головной убор, который вытянет круглую форму лица. Обладательницам треугольной формы лица хотелось бы сказать, что из-под шапочки обязательно должны проглядывать волосы. И эти волосы должны заполнить шеи и плечики, или асимметрично выпустить хвост на одну сторону, или стрижка каре на две стороны, или волнистые объемные кудри, или косичка. Это то, что поможет девушке при помощи головного убора и прически из треугольной формы вывести ее в красивый овал. Плюс, конечно, еще можно прибегать к помощи шарфика или платка. То есть это тоже очень хороший прием, который позволяет создать объем в области шеи. То есть мы отвлекаем внимание от треугольного типа лица. Также есть обладательницы квадратной формы лица. Здесь очень действует прием мягкие кудри, обрамляющие лицо, где-то до уровня скул. Вот береты французские, да, с кудрявыми волнистыми волосами, какие-то шляпки с полями, тоже с кудрями, с ровными волосами. Затем фетровые формы шляпок сейчас очень-очень разнообразные. В принципе, они подходят любому типу лица. Волосы, красивый головной убор поможет обладательницам любых нестандартных форм лица создать очень красивый стиль. Расческа для каждого типа волос должна быть подобрана правильно. Лучше, чтобы щетки, которыми вы пользуетесь, были из натуральной щетинки. Если вы пользуетесь гребешком, то он не должен быть с очень мелкими зубьями. То есть эти зубцы должны быть более редкими для того, чтобы волосики прочесывались легко и для того, чтобы эти зубья не захватывали и не рвали волосы. Сейчас также предлагаются расчески с антистатичных материалов. То есть те расчески, которые будут способствовать тому, чтобы волосы не электризовались. Есть расчески для сушки феном. Тем девушкам, у которых обладают стрижками, стрижка боб, стрижка каре, это могут быть круглые расчески, браши, которые создают объем. Это могут быть расчески двойные, тоже для создания объема. Это могут быть расчески с хвостиками для того, чтобы попрядно разделить волосы и правильно их прочесать и высушить. Также еще есть большое разнообразие массажных щеток, которые очень любят наши женщины и девушки. Тоже обратите внимание, чтобы эти материалы, из которых изготовлены эти щетки, не были
уж слишком твердо пластмассовыми. То есть они должны быть мягкими, комфортными. Они не должны своими зубчиками травмировать кожу головы. Они должны быть мягкими, они должны хорошо прочесывать, и они должны быть очень удобными. Правильно подобранная расческа облегчит вам прочесывание, смоделирует форму прически и поможет вам очень хорошо выглядеть, чтобы ваши волосы всегда были украшением.